пришел домой вечером и думаю, что же я могу сделать для вообще для этого города, вот, для людей. Сидел, думал, листал, листал в интернете и бамс, нахожу картинку просто с мандаринами. И сразу такая идея, а давай устроим мандариновый день. Написать на мандаринках, ты сильный, ты уникальный, ты лучший, у тебя все получится, чтобы хоть как-то людям поднять нас в это время настроение, чтобы людей вдохновить, чтобы люди, ну, руки, которые у них опустились, они поднялись. Тем более, если это подарит классный молодой человек какой-то бабушке, то я думаю, она улыбнется в этот день и скажет, ну да, сегодня же праздник. Рабочий. Спасибо вам, что вы с нами защищаете нас.